Денис Владимирович, давайте начнем с того, что дорога, в принципе, морально устарела, да, она была построена еще в прошлом веке. И завод у нас функционирует достаточно давно. И, к сожалению, это перевозчики, которые просто приезжают к нам за нашей продукцией. То есть, подожди. Мы не владельцы. Грузит кто? Грузим мы. Замечательно. Когда вы грузите, вы что, не знаете, сколько грузите? Конечно, знаете. Мы же с вами понимаем, в чем вы, дети, что ли? Вы, если вы грузите, соответственно, с превышением в 2-3 раза, потом получаются проблемы соответствующие. Потом люди недовольны, абсолютно справедливо. Денис Владимирович, дороги строили, еще раз повторюсь, да, когда у нас этот мост стоит сколько лет? У нас с вами не асфальт. Дело не в асфальте, а мост, допустим, вот если даже взять мост. И что? И что? Ну, сейчас нет транспорта с грузоподъемностью 10. Ездите по другой дороге? Какой? Если у нас другого моста нет. Какой? Еще. Нет, ну, да, дорога есть. Если в свое время построили мост с такой нагрузкой, ну мы что с вами можем сделать? Не вы строили, не я строил. Но моста другого нет. Ну, совершенно верно. Если... У нас альтернативы нет другой, понимаете? Мы бы с удовольствием ездили и своих перевозчиков предупредили. Есть. Вот у нас нефтяники разработают месторождение. Если они идут с превышением, они строят свою дорогу самостоятельно. У нас предприятие 260 человек. Строить свою дорогу, сейчас только озвучили стоимость этой дороги, да, 30 миллионов, 1 квадратный километр. А я что должен людям сказать? Вот что я должен сказать людям?